Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров намерен объехать все войсковые части, чтобы своими глазами увидеть, как живут мобилизованные. Работая в Тольятти, он побывал в войсковой части, где встретился с земляками, призванными на службу в рамках частичной мобилизации. Уже на следующий день глава региона встретился с мобилизованными в части, расположенной в Самаре. Они рассказали, что к ситуации относятся с ответственностью и сразу пришли в военкоматы, как только получили повестки. Верк позвонил военкоматцам. Сказали, приедьте, вы, у вас есть мобилизационное предписание? Сказал, да, есть. Говорит, прибудьте, пожалуйста, в военкомат тогда. А я с утра как раз из дома, когда уходил, взял с собой военный билет. На работу дошел, попросил директора, я доеду в военкомат, приехал в военкомат. Мне сказали, ожидаем вас в субботу. Весны туда был готов. И у меня уже жена была подготовлена, она уже все перетерпела. Ребята у меня там. И потому что то, что творится там, это может произойти и у нас. И там дети гибнут. И у меня самого дети. Я не хочу, чтобы такое вот творилось у нас. Я в войсках прослужил почти 12 лет, вот, так что отреагировал к этому спокойно. Семья, конечно, переживала, там, волновалась, но сейчас уже все нормально, успокоились. Вот я их убедил, что все хорошо. Россию должен кто-то защищать, отстаивать интересы. Вот. Ну, в принципе, за плечами много лет службы уже. Вот, и отнеслись нормально. Я считаю, это достаточно важный такой момент сейчас, да, для нашей страны, когда не надо оставаться в стороне, вот, чтобы помочь также бойцам, которые сейчас там отстаивают интересы, вот, защищают мирных граждан. Вот, кто-то должен помогать им еще со стороны бороться с этим. Это потому что наше общее дело. Вот, страна у нас большая. Вот как бы, как наши деды воевали вместе, вот, мы также должны все вместе выполнять такие задачи. Повестку я уже ждал. Я чувствовал, что меня уже призовут, и морально был готов идти защищать свою страну, так как все мое поколение дедов, оно воевало. Ребята у нас здесь очень хорошие, дружные. Как бы все прошли срочную службу. Есть люди с боевым опытом. Все нормально, все хорошо. Вернемся с победой. Во время визитов в военные части губернатор Дмитрий Азаров проверяет условия проживания и питания мобилизованных. Они рассказывают, что бытом вполне довольны, на питание также не жалуются. Все отлично. Питание отличное, проживание отличное. Даже завтрак бывает два вида, то есть разные виды каш. Порции очень огромные. В принципе, когда приехал, я не доедал даже. Настрой боевой. В плане бытового все отлично. То есть нас встретили, нас одели, нас разместили. Кормят, мы на всех видах довольствия поставлены. Все мы проходили службу, мы давали присягу. Все мы понимаем ответственность за то, что происходит. Дмитрий Азаров обращает особое внимание представителей Министерства обороны России на то, что крайне важно обеспечивать комфортный температурный режим в казармах. Так, было оперативно отработано обращение по отоплению, и в настоящий момент тепло поступает во все помещения военной части в Самаре. Сегодня губернатор побывал в части, расположенной в Волжском районе. А в течение недели проверит все части, где проходит боевое слаживание мобилизованные жители региона. Михаил Ермоленко, Виктория Шаре. События.